Друзья, мы с вами продолжаем играть Stalker Zoo в Припяти с модами. Сейчас мы находимся... Давай, брат, жми эту кнопку. ...в туннеле с газом, с каким-то, вот вы видите, все зеленого цвета. И даже если я выключу сейчас, вот, еще хуже, да, как-то получается. В общем, нам нужно добраться с вами в Припять по этому туннелю. Ну и здесь, конечно же, монстрюков была целая куча. Ну, я так думаю, что... Кучу мы еще с вами не видели. Здесь много сусликов. Много всякой другой живности. И я так думаю, что тут где-то, может быть, какие-нибудь и люди, в конце-то концов. Так, вон я слышу. Кто-то есть. Норки. Вот гады. Сейчас заходим. Есть. Кое-как справились. Конечно же, жаль, что я выбросил дробовичок. Он бы здесь нам пригодился с вами. Но что есть, то есть. Мрачные такие туннели, я бы сюда, мне кажется, ни за какие ковришки бы не полез. Так, что там такое? Вот он. Гад. Всех положили. Всех положили, ну молодцы. Так, наши-то не подохли хоть. Давайте как-то немножко посветлее сделаем. Не по себе как-то. И что-то мне не нравится, как-то патрончики тут у нас. Непонятно, как-то они тут. Так, 86 вот и 40 домой, патронов. Выкину из головы это место. К чертовой бабушке. А 293 это к чему у нас? Да, это у нас было к Абакану, да? Ладно. Ладно. Так, вот, пожалуй, еще что-нибудь похуже у нас сейчас будет с вами тут. Так, насколько я помню, там как-то можно было переключить... Переключить... Патроны поменять, да, как-то? Так, ну-ка. Опции, посмотрим. Игра управления. Сменить тип патронов Y. Хорошо. Там тех, которых побольше у нас с вами есть. Да ладно. Я же только что видел. Было у нас 86 штук. Я уже знаю, кто там есть. Ну чё, с 7 смертям не бывать, а одно не миновать, да? Так у нас получается. Сядем где-нибудь вот здесь вот. Я думал, будет хуже. Там он еще пару сусликов этих бегает. Слушай, красиво, да? Зря мы вообще сюда полезли. Красиво положили. Даже особо не приходится и париться по поводу противников, да? Наши. Еще аномалия. Пойдем ее смотреть. Ну давай, веди. Так, это что такое у нас тут валяется? О, хорошо. Хорошо, да. 80, да, перевес.
Вот, хотя бы вот так вот. Это что у нас такое? Конвертер для гранат. Патрончиков немножко. Так, где наши? Куда-то забежали, непонятно. Так, а вот интересно, если мы сейчас сменим с вами костюмчик, насколько я понимаю, тут газа уже нет, да? Потому как он дыра. Так, и очечки тут наши. Мне они больше нравятся. Лучше так. Да, все в порядке, кажись. Вот. Значительно как-то веселее стало, чем тут зеленый цвет. Ну что, я так подозреваю, что вон у нас, да, туда вход. Что-то как-то тут так довольно-таки тревожно, так тихо, да? Явно тут что-нибудь сейчас будет, какая-нибудь подстава или подлянка. Ну и местечко. Да уж, я с тобой полностью согласен. Электричество два кончилось. Так, хорошо. Кончилось, говоришь, электричество. Добраться до Припяти. Так, поиск Оксарыка, кардан, трофей. Ничего тут у нас не появилось. Ну и как это электричество сюда подавать? Вот туда бежать, что ли? Провода, может, по проводам посмотреть. Может, вот это? Смахивает на трансформатор. Интересно, все линии включены? Вот, нам подсказочка, да? Смахивает на трансформатор. Ты это! Если наверх полезешь, возле рубильников осторожней! Хорошо. Спасибо. Я даже, может быть, вот как-то так свет выключу, что ли? Вернее, вот так вот. Так, ну и... А, вон они, смотрите, красавцы появились. Так, притом серьезные такие красавцы. Оп. Так, наших там не завали. Какая тут перебежка у них. Где-то тут еще вот они. Ну нифига себе! Лучше уйти из открытого места. Одного, кажется, нашего завалили все-таки, да? Трое его навижу. Патронов море. Ну и местечко. Да уж, местечко тут. Мало того, что монстры, так тут и... Говорит, лучше уйти с открытого места, то бишь где-то тут, что, снайпера могут быть. Так, кого убили? Соколова. Так, ну давайте патрончиков у него возьмем, лейтенант Соколов. Не напрасно у тебя кислая мина была, да? СГ-550. Серьезная тоже штука. Хотя бы патрончиками разживемся. Так, а, у меня 88 килограмм. Все в порядке, я могу теперь брать все, что сам захочу. Отлично. Так, где-то тут у нас еще убиенные были. Тоже неплохо. Такой же, как у нас с вами. Гранаты. Ну, давайте возьмем. Мало ли. На какую-нибудь толпу пригодится. Колбаски пожуем. Что-то лишних патронов набрал. Ну ладно. Так, вот интересно, что это за перцы вообще такие?
Кстати, смотрите, костюмчик. Еще один. Просто здорово. Так, и патронов у него нет, да? Монолит. Монолитовцы. Как мы с вами знаем... Оба, еще один костюмчик. Да что ж, было бы у нас с вами веса по весу, да, я бы довольно-таки не слабо поднялся бы, так считаю, на этом. На этих костюмчиках. Консервы возьмем, пожуем. Жаль, конечно, Соколова, но что поделаешь. У него костюмчик так себе был. Поэтому неудивительно, что его завалили. Так, ну, питание вроде бы как подал. Давайте посмотрим. Кстати, насчет патронов поменяем. Хоть они там вроде бы как и похуже, да? Дверь заблокирована. Ворота заблокированы. Кнопки рядом нет. Есть добровольцы смотаться в диспетчерскую и глянуть, нет ли там чего подходящего? Есть добровольцы, я один из них. Придется бежать, ну а что делать? Так, тут я вижу целая куча аномалий у нас. Давайте сохраним. Кто-то из наших попал, да, походу? Слушай, здесь только один раз пройти можно. Второй раз мертвый будешь. Все вроде бы как живы. Здесь слишком пусто. Вано нашел дорогу. Давай, брат. Ну, задавай, не беспокойся. Вано нашел. Так, что-то мне не нравится. Смотрите, целая куча аптечек, стимуляторов. Как бы тут сейчас. Эй, смотри, тут открыто все. Не началось чего? Кстати, где-то тут трупячок. А, вот он трупячок. Я по нем пробежал. Филька косой, монолит. Сюда каким-то образом добрался. Тут и сдох. Так, ну аномалий, по крайней мере, я не вижу. Хотя, что там за стрельба? Снайперы! Где снайперы? А, вон он, смотрите, нифига себе. Зулус мертв. Еще и Зулуса убили, но это вообще цирк. Вон еще, да сколько вас гадов. Я ранен. Кто ранен? Это монолитовец говорит. Так, есть. Блин, что-то от нашей команды совершенно как-то... Мало осталось народа. Я не знаю, помните, Зулус там говорил, что да давай там вместе пройдем, да? Не вопрос. Если бы я не набрал команду, то бы уже сам остался. Как-то тут слишком жестко, мне кажется. Нет, слушай, хорошо, что Вано с тобой пошел. Флешка Зулуса, так. Че, он с одним только пистолетом бегал? Так, еще раз сохраняем. Как-то тут неожиданно трудновато.
Так. Ну чё, рвём туда когти, что ли? Не хочу я даже осматривать тех парней, которые там валяются. Мне просто жаль, да, и еще кто-нибудь может высунуться и двоих наших порешить. Тут давайте уж как-нибудь отсюда выгребать. Федя колдун, монолит. Так, ну... Тут, походу, у нас с вами... Ну что, двинули? Я так думаю, что вот это вот нужно одевать. 87-71. Это у нас жесточайший перевес опять. Так, что тут я нагреб-то? Давайте что-нибудь съедим. Патронов, да, у нас тут много с вами получилось. Выбросить все. Вот, 73. Можно бежать. Да ладно, тут же нигде. Примеры я не вижу, да, чтобы тут что-то было. Он поумнее. Как получилось, так получилось. Ладно, давайте. Я так думаю, что все же выберемся мы. Хотя бы с двоими этими, да? А что тот стоит у нас? Так, ну что там у нас? Ага, вижу. Человек зомбачокс. Так, а если убрать? Не лучше ли будет? Что там как-то так странно идет? Не лучше ли будет видно нам всякие аномалии тут с вами? Да что там за проблема? Там, наверное, кто-то сзади, да? То бишь, еще какие-то вояки. Вот они и смотрят туда-назад. Как бы тут... Да, действительно, так оно и есть. То бишь, может быть, мы все-таки и правильно сделали, что свалили оттуда. Так, патронов нет. Возьмем аптечку. Да, собственно, все. Да, там все же кто-то есть. Ну, давайте посмотрим, потому как наши будут вот так вот пятиться постоянно. Никого. Ладно. По крайней мере, я думаю, что мы успеем пройти вперед до того, как за нами там кто-то еще пойдет. Да еще и не вопрос, пойдет ли вообще или нет. Короче, давайте выбираться отсюда. Пушканчики. Оттуда, скорее всего, будут эти снорки прыгать. И вот отсюда то же самое. Ну, по крайней мере, парни прикрывают сзади, да? А мы с вами будем разбираться тогда. С этими. Да сдохни ты уже. Так, отлично, просто отлично.
Нифига себе тут. Парни не успокоятся. Так, давайте осмотрим. Зомбачья тут полно. Даже вот с чейзером кое-кто тут шастал. Так, ну и дальше нам куда-то вон туда. А тут у нас что? Может, тайничок какой? Да, отлично. Вот, патрончики нам пригодятся. Да эти возьмем, не знаю зачем они, но возьмем их, да? Это что у нас такое? 5.45. Ни к чему из нашего они не подходят. Так, ну... А, вот они. Ладно. Походу получается, что сам я тут сейчас буду со всеми разбираться, пока наши там спину прикрывают. Так, нам куда-то вон туда. Радиация тут. Жмурит. Понятно, что зомбачье тут. Ох, нифига себе, сколько. Нельзя ли туда? Так, хорошо. Там мы видим, что аномалий целая куча. Тоже нужно будет как-то пробираться. Болты бросать тут, что ли. И смотрите. А, вот у нас. Наверное, я когда-то был. Добровольцы есть. Ну хорошо. Шоколадку возьмем, это возьмем. Сомневинник. Это что у нас? Зомбачки грелись, оказывается. Один туда смотрит, один сюда. Спецназ. Так, ну нам вроде бы как вот сюда что-то, да? Закрыто. Обходным путем вот как вот здесь пробежать. Там что-то мрачное, непонятное. Ну, я надеюсь, наверх. И мы с вами наконец-таки добрались до пункта назначения. Не без потерь, конечно же, но посмотрим. Что тут за встреча? И кто будет встречать? Начинаются радиоактивные осадки. Просто прекрасно. Унылая, мрачная Припять. Самый практически центр зоны. И это типа наши идут, да? Или кто? Как-то многовато. А, вот. Вот мы вылезаем, да? Там какая-то группа шла, то ли. Но я надеюсь, это не монолитовцы. Оружие на землю! Быстро! У меня есть информация для Ковальского. Проведите меня к нему. Ты кто такой? Зачем тебе, полков? Майор Дегтярев, СБУ.
прибыл для расследования провала операции «Фарватер». Сталкеры помогли добраться до Припяти. Интересно, я не сдохну, пока у нас будет сходим, да? Вступительная роль. Зачем сразу ствол, дорогой? Не видишь, что ли? Мы свои. Мы с товарищем, мы через все прошли. Долгая дорога была. Хорошо, следуйте за мной. Вот я о том красном значке радиоактивном, который у нас тут. Мне все равно, кто на кого работает. Уже стал красным, да? Был желтым, зеленым, красным. И дальше только в ящик сыграть. Там где-то, я помню, у меня таблетки были. А, ну вот, все. Здравия желаю, я полковник Ковальский, командую этим подразделением. Майор Дегтярев, СБУ, уполномочен расследовать провал операции «Фарватер». Ясно. Тогда слушай, что скажу, майор. Без формальностей скажу. «Фарватер» накрылся медным тазом. Да как накрылся? Вместе с вертушками полегло больше половины моих ребят. Связи с центром до сих пор нет никакой. Вот так. Веришь, я тоже очень хотел бы знать причины провала. Догадки есть? Единственная версия, нас сбили нахрен. Да, интересно. В общем, монолитовцы применяли против нас какое-то оружие, да? Если захочешь принять участие, мои ребята выследили отряд монолита с этой хренью на руках. Группа захвата как раз ждет сигнала к началу операции. Ну как, заинтересовал я тебя? Ну да, тут выбора-то немного. Конечно, майор, в сложившихся ситуациях у меня нет выбора. Кстати, загляни к лейтенанту Кириллову, пусть выдаст тебе снаряжение. Добраться до точки. Выполнили мы, да? Перед операцией можно пополнить запас медикаментов и боеприпасов лейтенанта Роговца и Кириллова. Хорошо. Неизвестное оружие и переждать в укрытии. Задание выполнено. Окей. Ну что же, вот мы с вами прибыли в Припять. Полегло наших много, конечно же, но что поделать. У нас самое главное, пожалуй, это задание выполнить. Задание СБУ. Так, ну и тут у нас военные. Я так думаю, что в следующей части мы с вами отправимся за этими монолитовцами. Посмотрим, что там у них за оружие такое крутое. Кстати, а где наши парни? Говорят, эти твари по ночам стали на патрули нападать. Главное, днем между собой трудно. Тут что ли? Собираются в стаи и нас кончают. Там. А вот что мне как-то рассказали. В общем, в следующей части мы с вами разберемся, что тут да как, осмотримся. Всем спасибо, кто смотрел. Всем пока.